Приветствую на своем канале Love Parfum, с вами Алексей, вы смотрите парфюмерный блог. Я снова рад вас всех видеть у экранов мониторов и, конечно же, у экранов ваших гаджетов. Давно меня не было, так как были праздники и просто не было времени, но обзор я записать вам давно еще обещал, когда выходил в прямой эфир, что запишу вам обзор на Пакарабан. И сейчас пришло время, потому что уже пора давать эти ароматы, а обзора у меня так и нету. Но прежде хочу вас поблагодарить, что вы со мной. Хочу вас поблагодарить, кто поздравил меня со всеми праздниками. И я также вас поздравляю со всеми прошедшими праздниками, с Новым годом, с Рождеством и со всеми днями, которые там были. И за эти праздники я хочу вас поблагодарить, что вас прибавилось, вас почти что 9 тысяч подписчиков. Это хорошая цифра. Конечно, у меня была планка на 2018 год, что будет 10 тысяч подписчиков, но где-то кто-то, видимо, схалявил и не подписался, поэтому обязательно, если ты еще не подписан на канал, подпишись на него немедленно. Это не так сложно, просто зарегистрируйся в аккаунте Google, и ты сможешь подписываться на канал YouTube и ставить лайки, и оставлять комментарии. Все просто. А как будет только 10 тысяч нас, а нас по-любому будет в 2019 году 10 тысяч, ну, просто будет 10, 12, 15, скорее всего, а то и 20, я больше чем уверен. И как будет только 10 тысяч, мы сразу разыграем парфюм, я вам обещаю. И будут снова коробочки, боксы с ароматами, с миниатюрками, с сэмпликами. 10 боксов я сразу закажу, отдам в печать. И как уже были Love Parfum боксы, такие черные, когда я уже разыгрывал их в 2017 году. 2018 год я пропустил, и в 2019 году будет то же самое. Ну что ж, а теперь давайте ближе к делу. Поговорим про ароматы от марки Пакарабан. Просто XS. Вы видите два аромата перед экранами. В чем же их отличие? Многие еще не знают. Отличия практически нет никакого. XS и XS. Выполнены они в форме зажигалки. Этот у нас XS из 90-х. Очень интересно то, что этот XS по сей день пользуется спросом. Ну, не таким большим, но пользуется. Так как если брать аромат из 90-х, то немногие ароматы дошли до сегодняшнего времени. Можно их по пальцам пересчитать. Ну, к примеру, платиновый эгоист дошел до нашего времени. К примеру, такие ароматы, как Армани, вот классика, да? Вот у меня есть старичок тоже 94 года. И сейчас, по-моему, в 16 году переиздание этого аромата было, но суть этого аромата не поменялась. Также и, собственно, Пакарабан по сей день нас радует. Какие там еще ароматы были? Армани, Аквадиживу, который по сей день с нами с 90-х. И, собственно, XS. Но XS бренд решает полностью его переупаковать и сделать на более современный лад и более, можно так сказать, для современного парня, для современного мужчины. И делает вот такой вот дизайн. Вообще, есть у меня обзор на Pure XS, который новый аромат, по-моему, 17-го года, да. У меня тоже есть обзор, посмотрите на него, если не видели. То он вот такой уже массивный и здоровый, в форме зажигалки. Очень тяжелый и увесистый. Жидкость стала такого светло-фиолетового химического цвета, а до этого была такого желтого цвета какого-то сена. Но тоже форма зажигалки. Вообще, напишите, был ли у вас какой-нибудь аромат из XS-ов, знаете ли вы уже про эту переупаковку, отличаются ли они, на ваш взгляд, или не отличаются, потому что сейчас мы поговорим, как лично для меня они отличаются или нет. Ну, если честно, конечно, мне нравится больше новый дизайн, он все-таки такой более современный и интересный, очень тяжелый и увесистый, прям такой мужской, приятно его держать в руке. Этот такой немножко, да, реально устарел, старичок того времени, уже как-то совсем прям не смотрится на полках и не актуально. Они, кстати, женские ароматы все переделали и мужские, поэтому еще Black XS в таком же дизайне есть. Мы обязательно про него с вами поговорим чуть позже. Тоже хочу сделать обзор. Поэтому начнем этот год со старичков, а позже будут новые ароматы, обзор на новые ароматы. Такая вот штука. Все это пластиковое. Ну,
Прикольно, мне нравится. Шикарно, конечно. Вот, в отличие от этого. Но, если честно, вот разница в них есть. И кто-то говорит, что в лучшую сторону, поэтому я вас и спрашиваю, как для вас эти ароматы? Мне очень интересно ваше мнение. Он пряный аромат, он свежий. Где-то даже немножко цитрусы проскальзывают. И он такой шипровый слегка. Ну, ароматы того времени, представьте себе. И считался этот аромат прям безумно сексуальным. Вообще по карабан марка, она такая вся, типа сексуальные ароматы выпускает. Вот в то время, говорю, вот этот Армани был, вот этот вот, прям были топовые ароматы, ими все пользовались, их все покупали. И поэтому не каждому молодому человеку сейчас понравится этот аромат. Он все-таки какой-то больше стал прям таким классическим. И мне кажется, он больше подойдет уже мужчинам в возрасте. Что же сделали сейчас, да, из этого аромата? Они сделали более современную версию, но примерно пахнет он так же. Звучит так же. Но как-то стал более ярче, более краше. Они слегка поменяли пирамиду. Совсем слегка. Вот когда их спустя там пару часов, они сливаются воедино, и аромат практически не отличить. Что это, они абсолютно одинаковые. Но потом, где-то в шлейфе, в конце, мне все-таки нравится, как звучит XS классика, которая 94-го года. Поэтому, если вам нравится этот аромат, и если есть возможность еще купить старичка, то купите, потому что все-таки старичок, на мой взгляд, он поинтереснее. Он как-то поустойчивее, он как-то покрасивее, а здесь немножко реально... Хоть аромат и стал более такой современный, немножко прям такой химозит. Такая химозная пряность. Он сладкий и древесный. А сексуальным я бы его, конечно, не назвал. И сладость такая в меру. Ну, все-таки вот он попахивает стариной и вот ароматами того времени. Ароматами, одеколонами, вот какими-то такими, одеколонистый, слегка зеленый. Ну, что касается нот, то здесь у нас мята, это у нас лимон, это у нас бергамот, это дубовый мох и пачули. Что касается объемов, то старик был у нас выпущен в трех объемах, это 30, 50 и 100. У меня сейчас самый большой объем в руке 100 мл. Концентрация туалетная вода. И новинка, которая вышла в 2018 году, тоже в концентрации туалетная вода, но здесь всего два объема. Это 100 мл и 50. В моей руке сейчас вы видите самый большой объем 100 мл. Очень такой увесистый и мощный. Красавчик. Пожалуй, наверное, ребята, все, что я хотел сказать про эти ароматы, я вам сказал. Если что-то забыл упомянуть, то спрашивайте, я отвечу на ваши комментарии. Посмотрите ролик на этот аромат, очень сексуальный ролик. После моего видео сразу пойдет рекламный ролик. И зацените его, очень такой страстный, горячий. Что не скажешь про этот аромат сейчас. Но в то время, наверное, он действительно был таким. Все мечтали купить себе XS и покорить даму. Даму. Покорить даму. Покорить их сердца. Вот, влюбить в себя. Ну, когда раскрывается, он более, конечно, приятный такой. В общем, ребят, на этом, пожалуй, все. В ближайшем будущем я вам постараюсь снять обзор на новинки. Это Yves Saint Laurent Y, который вышел в концентрации парфюмированная вода. До этого в том году, в это время, 25 января, по-моему, я записывал как раз-таки про туалетную воду. А сейчас я буду в январе снова записывать про парфюмированную. И должен мне скоро прийти
аромат на обзор. Вот я жду все, никак не дождусь. Versace Flame, который огненный, красный, пылкий. Тоже хочу его очень сам послушать, потому что говорят, что хороший аромат. И, конечно же, снять для вас на него обзор. А напоминаю еще всем тем, кто, если вдруг не посмотрел мои последние видео, посмотрите их. Это топ-10 мужских ароматов на зиму, вторая часть. Кстати, первые две части, женские и мужские, набрали почти что 50 тысяч просмотров. Это очень круто. Причем они так выравниваются. Девушки наконец-то потянулись на мой канал. Большое вам спасибо, что вы смотрите. И получается, что то мужской впереди, то женский впереди. И вот прям они вот борются вот за просмотры. Поэтому интересно за этим наблюдать. Сначала мужской как вырвался по 30 тысяч просмотров, а женский был 6. А потом наоборот, женский опередил мужской. Сейчас, в общем, обзоры на уровне. И много, конечно, негативных комментариев пришло. Алексей, что ты там записываешь какие-то там химозы и прочее. Ребят, ну, это мое личное мнение. Можете к нему прислушиваться, а можете не прислушиваться. Поэтому извините. Вторая часть тоже. Я даже не знаю, зачем я ее вообще делал. Вы просили про то, чтобы я записал вам, значит, обзор на нишу. Там сделал Алексей больше топовых на зиму ароматов нишевых. Я сделал, он практически никто его не смотрит. 16 тысяч просмотров. Ну что это? Поэтому вот, а когда вот выгружаешь вот эту вот классику, да, всю, сразу люди бегут, смотрят там тоннами, хотя и пишут негативные комментарии. Но негативные комментарии меня только заряжают и заставляют работать над собой. Поэтому я не обижаюсь. Пишите как негативные, так и позитивные комментарии. Я отношусь к ним абсолютно ровно. Нет, конечно, к позитивным я отношусь лучше. Мне они нравятся, мне больше заряда энергии. В общем, ребят, не забывайте обязательно подписываться на канал, ставить колокольчик, если вы вдруг еще не поставили, чтобы не пропустить новые видео жаркие, горячие, Yves Saint Laurent и Versace. И там еще куча всего будет нового, потому что 2019 год, будет много всего новинок, нового и интересного. Поэтому, чтобы не пропустить колокольчик, а также не забудьте поставить этому видео лайк и написать абсолютно любой комментарий. Я буду любому комментарию рад. В общем, всем пока, помните, что аромат — это музыка тела, и до новых встреч на моем канале. Ах, да, самое важное, забыл сказать про стойкость этих ароматов. Стойкость очень слабая, 3-4 часа. Поэтому перед покупкой задумайтесь, стоит ли его покупать. Ну, может быть, это ваш любимый аромат, и на вашей коже он держится 6-10 часов. Удивите меня в комментариях, напишите мне. Теперь точно все, пока. Paco Rabanne.